Так, все готово. Сейчас сметаной смажу и буду ставить, разогревать духовку, выпекать. Тем временем у меня здесь достала, я разморозила такие вот крылышки. Вот такие кусочки. Это я сейчас замариную. Будет у нас потом на ужин. Хочу похвалить вот такую соломку. Очень нравится. Она хоть и луковая, но луком она не чувствуется. Такая, знаете, вкусная очень. Нам понравилось, мы прям на нее подсели, на эту соломку. Еще она соленая бывает, но нам вот это больше всех нравится. Еще, если вы помните, вот такое мыло хозяйственное я покупала в период пандемии себе. 3 или 4 бутылки, я уже не помню. Решила я им попробовать вещи постирать. Знаете, какая штука классная, оно что-то стоит копейки, оно белорусское. Запаха мыла такого, знаете, как он не совсем ведь приятный, хозяйственный, такого нет. Здесь, видимо, что-то какая-то отдушка добавлена. Отстирывает вообще хорошо. Мне очень нравится. Сейчас я пойду стирку уже загружать. Антошка в школе. Постельное вот такое Антону осталось от Олега. Волк и волчица. Мне очень нравится. Оно уже просто выносилось. А знаете что? Жалко даже выбрасывать. Классное такое, посмотрите. Когда изнашивается постельное, я его разрезаю на тряпки и затем протираю, допустим, убираю подоконники, там со стола что-то протереть. Протер и выбросил эту тряпочку. Очень хорошо. Постельное не выбрасывать, а разрезать на тряпочки нужных размеров и затем протирать в ванной комнате, там, допустим, даже что-то где-то в туалете протереть. Протер и выбросил, одноразовые такие. Здесь у меня первые всходы мои пошли. Вот. Перенесла сюда герань свою с кухни, потому что там жарко очень и стали листья гореть. А вот это вот этой же герани отростки там. В чистый четверг я все пересаживала. Декабрист пересадила. Все прижилось вообще за раз. Хотя там корни были вообще плохие. Группа поддержки рядом, всегда на месте. Елка нет, вот она, посмотрите, все пропало, видимо. Я, наверное, в этот горшок побольше пересажу вот этот цветок. Варька на солнышке здесь любит птичек посмотреть. Красавица моя. Сметаной смазала тем временем. У меня ведь там суп еще я варю гороховый. Натерла морковь, я тру ее на мелкой терочке. Мне так больше нравится. Лук я храню вот в таком мешочке, чтобы он не обветривался. Все продукты всегда в пакет убираю. Здесь я уже замариновала курицу на ужин. Сделаю со специями. Соевый соус и еще соус. Сейчас покажу, какой он сладкий, но очень вкусный. Роллы, которым заправляют. Вот такой соус. Он сладкий, это которым роллы поливают. Видите? Он сладенький. Целая бутылка у меня. Очень нравится мне. Рекомендую вам, если вы где увидите. В продаже такой. Купите, не пожалеете. Это то, что я говорила. Нарезаю, видите, постельное свое старое. Там, допустим, вот на такие тряпочки. И очень удобно потом либо крышку открыть, либо, говорю, протереть подоконники и убрать. Здесь у меня суп гороховый будет. Еще только поставила я вариться, горох засыпал. Очень удобно, девчонки, рекомендую. Оставшийся горох высыпала вот в такой термосок. Накрою крышкой и уберу. Здесь у меня лук на зелень стоял на окне. Но у нас так, как у нас жара, солнце сильно печет, я его сюда убрала. Иначе, видите, он перестал расти, начал засыхать немножко. Кишенька в клетке сидит, буду его выпускать. Выходи. Приветики всем передают. Надо у него тоже дворец его помыть сегодня. Обзор Кишиной клетки больше 1000 просмотров набрал. Но эта клетка еще я не эту снимала, мне кажется. Еще прежняя, которая у него была, самая первая. Это повыше клетка чем-то. Нужно будет тоже еще обзор снять. Выходи. Это он вышел, сейчас взлетать будет. Все готово. Посмотрите, вкуснота какая получилась. Запеканка обалденная со сметаной. Я потом скушаю. Стирка стирается, суп варится. Я уже картофель добавила туда. Морковь еще не добавляла с луком. Кастрюля не целая, потому что она не совсем маленькая. Здесь более 2 литров. Нам хватит с Антоном.
А вот они и цветочки мои дома здесь стоят у меня рядом с кроватью. Аромат вообще такой нежный, приятный. Я очень люблю нарциссы, а вы любите? Запеканка моя готова. Здесь я салат приготовила. Капуста, огурец, редиска, всякими приправами, соусами добавила. Сладким тем тоже для роу добавила сюда его. Вкусненько. Антон со школы придет, а у мамы все готово. Суп гороховый почти готов. Зелень потом уже в тарелку в конце добавим, каждый себе по желанию. Вкуснота такая. Обалдеть, мне уже слюнки потекли. Видите? Гороховый суп. Давно гороховый, кстати, не варила. Сейчас покажу, что он с морковкой сделал. Кушал ее, он любит морковь кушать. Покажу, вернее, как он ее кушает. Посмотрите, Кеша, как было вкусно очень. Видите, что? Ну вот и все, Антошка пришел со школы. Будем кушать. Это моя тарелка, супчик. Петрушку добавила замороженную. Это Антошке мясо побольше. Салатик. И вот она, моя запеканка. Нам приятного аппетита. Барьке приятного аппетита, и Кешка рядом. Гуляет целый день сегодня. Феликса кушает. Кишкины друзья промокли. На балконе еще не убирала. Нужно будет помыть мне стекла. Здесь все. Шторку постирать. Здесь все убрать. Это я от солнца накрыла. Здесь у меня банки. Тоже все убрать, все расставить. Шарфик вот этот. Это в Роше, кстати. Корзинку накрыла, чтобы она от солнца не лопалась, за грибами ходить. Ну что, друзья, дождь у нас был, но на улице все равно тепло. Даже луж нет, все впитало, потому что прогрелась, видимо, земля. Зеленеет все, посмотрите, на глазах деревья стали распускаться. Я на даче, не могу вам не показать. Распустились у меня и начинают распускаться нарциссы мои. Посмотрите, красота какая. Нужно ведь домой обязательно вазочку принести. Аромат божественный, мне очень нравится. Нежный такой. Вот. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Спасибо за просмотр. Всего доброго.